Меня зовут Мурзя. С вами, точнее, всем привет, с вами Мурзя и моя помощница Соня. Привет. И смотрите, как я умею. Я прям как Татошка. Мани-мани-мани-пани-мани. Мурзя, хватит. Не мешай мне. Мани-мани-мани-мани-мани. Мурзя, ты идешь в магазин? Да. Ну тогда пошли, пошли. Мурзя, меня подожди. Жду. Мы в магазине. Ого, сколько тут подарочков. Куча. Надо что-то купить. Согласна. Давай что-то покупать. Ух ты. Игрушки для Мурзи. Возьмем? Не спрашивай. Большой или маленький? Ну, у нас же не супер распаковка, давай маленький. Хорошо. А это что? Мурзя мания. Ну, возьмем, давай. Мурзя, что еще берем? Бери. Хорошо. Коврик. Леденцы, смотри, как их много. Ого. Да, и правда, их много. Сколько штук возьмем? Две. Хорошо, давай. Вот эту и вот эту. Хорошо. Мурзя, что ты валяешься? Я не валяюсь. Я танцую. В смысле? Ну вот, мани-мани-мани-мани-мани. Муся, что ты хвост подняла? Не твое дело. Еда съешь меня! Они появились! Давай возьмем. Сколько сюрпризов еда съешь меня? Один. Какой? Вот этот. Хорошо. И отцепляйся. Мунчо еще возьмем? Конечно же, Слизарио. Сколько? Один. Хорошо, какой? Вот этот. Хорошо, вот такой Слизарио еще выбрала. И нам-намс. Нам-намс один. Ну да. Вот этот давай. Такой нам-намс. Ого, просвечивается уже. Вот, смотрите. Вон, там что-то внутри. Интересненько. Приложение. Сколько штук? Две, конечно же. Хорошо, давай возьмем. Какая самая милая? Вот это. И эмоджи? Их только два осталось. Давай берем два. Может, один? Ладно, давай один. Так, теперь осталось посчитать, сколько у нас сюрпризиков. Давай, считай. Эмоджи один. Один. Игрушки для Мурзи два. Два. Приложение три. Приложение четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сюрпризов. Мусь, что? Нам придется один сюрприз отдать. Почему? Ну, у нас должно быть 10 сюрпризов. Хорошо, какой отдадим? Ну, сама решай, вот сколько тут у нас сюрпризиков. Выбирай, какой мы отдадим. Все такие разненькие. Давай. Я не знаю. Приложение давай. Хорошо. Какое? Вот это. Хорошо, давай отдадим приложение. Все. Пошли домой. Пошли. Так, какой же первый откроем? Мурзя, ты где? Тут своими ножницами надо тащиться. Да, какой первый будем открывать? Давай коврик. Хорошо, давай коврик. Только надо удобно телефон поставить. Да, ставь. Ты поставила? Еще нет. Так, я поставила. А куда ты поставила его? На станок для резинок. Все, давай открывай. Хорошо, коврики. Открывай давай.
Так, давайте откроем наш сюрприз и в мой дом поставим. Да, хорошо, вроде. Только надо аккуратненько разрезать. Главное не разрезать сам коврик. Ты долго там еще? Вот еще нет. Ой. Ой, чуть не разрезали. Мам, смотри, какой у тебя коврик. О, классный какой, пошли в дом ставить. Пошли. Мурзя, и где твой коврик поставить? Вот тут. Вот тут. Вот тут. Тут? Нет. А где? Вот тут ты не видишь, что ли? Вот тут. А где он стоял? Не, вот тут. Не, вот тут. О, вот тут. Нет, чуть-чуть так. Все. Понятно. Пошли дальше открывать. Пошли. Так. Так, телефон. А я что делаю? Какой следующий сюрприз будем открывать? Вот этот. Мурзя, покажи зрителям, какой ты выбрала. Мурзя выбрала леденцы. Давайте посмотрим. Кстати, я уже знаю, какие редкие, какие нередкие. Мне там кто-то говорил. Кто-то из знакомых говорил. Какие редкие. И нам может попасться... Ух ты, нам попалась редкая. Супер редкая, это в виде животных. Вот. Нам попался... Не, нам попалась супер редкая. Редкие, ну, редкие те, которые... Редких нет, есть нечастые, а есть обычные. Да, Мурзя? Конечно. Ложи туда. Хорошо, давай положим. Какой следующий будем открывать? Давай. Точно. Вот этот. Мурзя-мания? Конечно. А что там попадается? Давайте сначала обложку рассмотрим. Мы даже не рассмотрели обложку коврик. Такая вот обложечка. Розовым написано коврик. Тут солнышко, птички летают и море. Угу, мы поняли. Тут написано Мурзя Мания и нарисована сама наша Мурзя. Это я? Да, Мурзя, это ты. А что там попадается? Ты же мне до сих пор не сказала. А, там попадается какая-то вещь и ты. Понятно. Давайте мы раскроем нашу Мурзечку. Не надо меня раскрывать. А ты что, не хочешь, чтобы раскрыли сюрприз? Хочу. Ну тогда давай раскрываем. О, вот. Такая нам Мурзечка попалась с мороженком. Вот, вот такая вот Мурзечка. Это я? Да, Мурзя, это ты. Вот смотрите, какая миленькая. Тут звездочка. Только она не фокусируется. Вот тут у нее на ошейничке. С таким вот мороженком. Вот. Класс! Все, давай другой открывать. Тут мусор за тобой. Убирать надо. Какой следующий? Друзья, а вы какой думаете? Давайте игрушки для Мурзи. Это что там такое? Там попадается что-то для тебя. Именно игрушки? Да нет. Может, и не игрушки. Вот такая упаковочка. Открыла с конфетти. Розовыми и голубенькими. Рандом написано. Открывай давай. Смотри, что нам попалось. А, тортик! Наконец-то! Он съедобный. Дай мне попробовать. Нет. Вот. Чтобы меня видно было. Мурзя, что следующее? Что? Нам-намс? Нам-намс. Наш нам-намсик, который уже у нас давно. Не знаю, какой нам попадется. Нам-намсик. Кстати, я придумаю своих нам-намсиков. Я не сыграю. О, нам попался вот такой вот мимишный нам-намсик. Вот, смотрите, какой котик. Мурзя, какой следующий? Лучше скажи. Мам-ням-ням-ням. Нам-намс? Мам-ням-ням-ням-ням. Мы же открыли нам-намс. Какой нам-намс? Сизарио. А я думала, что же открыть? Муни, у нас плохая новость. Какая? Мы твой леденец потеряли. Думаю, мы найдем его. Надеюсь. А, нашла. А, молодец.
Я поем. Так, Слизарио. Такой вот огромный сюрприз. Слизарио. Мы его разрежем. Главное, чтобы не разрезать самого червяка. Вот такая вот, как всегда, упаковочка с рандом червячком. С мини-улыбочкой. И, кстати, извини, Ой, мы его порезали. А, не, его не порезали. Он загнулся. Нам попался обычный синенький червячок. А где вкладыш? Ну, вкладыша еще нету. Такой синий червяк. Это к моему зеленому пойдет. Да, зеленый стал мурзиным. Какой следующий? Эмоджики, я их обожаю. Тут ручечки. Хорошо, мурзин, сейчас откроем. Только подожди. Я принесу наших тех эмоджики, которые попались в том видео. Принеси. Я несу. Вот такой нам попался. Эмоджик, печенька и кокуля. Ой, их видно, как я вам надеюсь. Вот такие вот нам попались эмоджики. Ложи их к моим сладостям. Какашку убери! Это в туалет. А печеньку к моим сладостям. О, так уж видно. Так. Что, это последний сюрприз? Нет, конечно. Ты что, не видишь, сколько там сюрпризов? Да вижу я. Да я ребят разыграть. Такая жаба нам попалась. Жаба пусть какашки идет. Хорошо. Такая жабка. Идет с какашки. Вот там они. Вон еще сколько у нас сюрпризов. Приложение! Ну, Муни даже спрашивать не надо. Тут сюрприз приложение. Который один мы, кстати, и отдали почему-то. Мурзи не захотела. Я не Муни, а Мурзя. Ой, извини, я тебя же Муни в прошлый раз назвала. Ну, типа да, по-моему. Ух ты, нам попалась вот такая галереечка. Такая клёвая галереечка. Ну, так правильней. Класс. Это мой талисман. Он пойдет к моему ютубу и... В общем, все Мурзи настало. Ютуб. Этот. Забыла. WhatsApp. Теперь леденец. Леденец давайте откроем. Тут уже даже не надо резать. Тут есть дырочка. И, по-моему, тут ничего нет. Мурзи, нам не повезло. Нам попался самый обычный леденец. Вот леденцы. И вот какой нам попался. Кстати, а где мой леденец и нам нас? Ложи его к еде. Хорошо. Хорошо, Мунтик. И мороженое ложи. Да, я уже положила мороженое. А нам-намс где? Вот нам-намс. А леденец где? А у меня какашки. Не, давай все мне ложи. Кроме какашки и жабы. Они мне тут не надо. А где мой леденец? Види звездочки! Мунечка, лучше найдем? Нет, беспокойся. Вот, на. И это что на мою галерею положил? Прости, Макси. Так, что будем открывать сейчас? Ну, последнее. Да, еда съешь меня, будем открывать. Так, продолжаем. Еда съешь меня. Так, это была серый распуск, сейчас она никакой серый. Просто у нас не будет серый. Надо самим отгадать, какой это серый. Кстати, появилась новая серия сладости. Может, нам попадется? Серый сладость. Потому что я помню, что я куда-то запихнула серую сладость. Мурз, тебе еще одно мороженое. Смотрите, кто нам попал. Мороженка. Мурзина. Спасибо. Боже, Мурзичка. Смотрите на нее. Не мешай мне. Я тут ем. Кокуля. Жаба. Сюда. Это все мое. Теперь тут надо разложить в твоей комнате. Нет, значки не надо мне. Хорошо, давай уберем их. Они в другом месте лежат. А все остальное разложи в моей комнате. Хорошо, пошли разлаживать все в твоей комнате. Пошли. В общем, мы все разложили закатом. Говори зрителям пока. Пока! Потому что сейчас мы не сможем это сать видео. Всем пока, до новых видео. Вот такая комната у меня. Покажу рум-тур потом.